Всем привет! Продолжаю тестировать свой замечательный лазерный гравировальный станочек. В прошлый раз, если помните, я пытался сделать надпись на стекле. И у меня ничего не вышло. То есть, краску я прожег, а отражающий слой лазер не берет, потому как он отражающий. Пытался протравить хлорным железом, но также ничего не вышло. Что я сделал? Насыпал немножко пищевой соды и протер обычной зубной щеточкой. И весь блеск сошел. И вот что мы имеем. Получилось очень даже неплохо. Сейчас я с обратной стороны что-то подложу. Получилось вот что. То есть красивую надпись на зеркале сделать можно. Например, ну и рожа. Сегодня также по просьбе зрителей хочу провести еще один эксперимент. Это у нас нержавеечка. Это у нас липучечка. Сейчас я наклею и попробую прожечь. И если получится, попробую протравить хлорным железом. Так, наклеиваем. Если кто не знает, вот эту пленку нужно наклеивать на мокрую поверхность, если большие площади. Иначе пузырьки не убрать. Сейчас мы чикнем. Вот так. И закрепим на столике. Вот так. Чтобы не сильно тарахтело, сделаем такую подкладочку. Поехали. И что мы имеем? Имеем мы вот что. Я думаю, можно на всякий случай пройтись еще раз. Вниманта. Вот что получилось. Теперь здесь у нас хлорное железо. Попробуем маленько. Я никогда и никого не призываю покупать все эти устройства. Рекламы на моем канале нет. Но если кто-то хочет приобрести, для зрителей моего канала имеются скидки. Купон на скидку в описании под видео. Ватка почернела, значит, процесс травления идет. Еще немножечко.
А теперь я быстренько смою, и мы продолжим. Снимаем лепуху. И что мы имеем? Да ничего мы не имеем. Ну, эксперимент не удался. Отсутствие результата, также результат. А может, это нержавейка не травится. Но какое-то изображение есть. На экране, кажись, не видно. Как-то так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.